Бэкст, как это делать? Бэкст, как выкинуть топор? Ну, Бэкст, а как добавить друга? Учебник новичка. Всем привет! Это вторая часть учебника для новичков, и сегодня мы поговорим о том, как выкидывать вещи из инвентаря. Допустим, у нас есть лишний с вами топор. Выбираем любой, который нам необходимо выкинуть. Допустим, у меня это топор под циферкой 1, вот этот вот самый дешманский, который я купил в самом начале игры за $90. И все, что нам теперь необходимо сделать, это нажать вот эту кнопку, которую вы видите на экране. Это кнопка удаления букв. Жмем на нее, и как видите, топор выпал у нас из рук. Теперь мы можем его просто поднять, делать с ним все, что захотим, вертеть, крутить, либо вот так вот подпинывать себя, как лопатой. Вот так вот. Ну, либо просто его выкинуть. И после того, как мы выйдем из игры, он исчезнет. Либо может остаться, как вот, допустим, вон тот топор. Смотрите, кто-то выкинул топор уже здесь. Вот он. Единственная разница между тем, что я выкинул, и между тем, что я нашел, то что нашедший топор я никак не смогу взять в руки. Я только могу его вот так вот, ну не знаю, поперемещать. А этот топор мой, и я его спокойно могу поднять. И об этом нам говорит табличка слева внизу. Мол, если ты хочешь поднять этот топор, нажми на буковку Е. Подняли. А теперь давайте его выкинем. Можно вообще все топоры выкинуть. И получилась у нас какая-то свалка топоров. Давайте теперь соберем все их обратно. Вот такие вот дела, ребята. Если вам эта информация была полезна, то поставьте лайк. А вам желаю удачи в начинаниях. Всем пока!